Prezident İlham Əliyev noyabrın 2-sində Rusiya Federasiyası Federasiya Şurasının sədrinin müavini, ikitərəfli komissiyanın həmsədri İlyas Umaxanovu və Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikası Xalq Məclisinin sədri Xizri Şıxsaidovu qəbul edib. Çox rahat snова видеть в этом году и Ильяс Магомедсаламович и Хизри Исаевич были награждены высоким орденом Азербайджанского государства орденом. Соответствующие указы мной были подписаны в марте и в июле этого года. Хочу сказать, что в Азербайджане очень высоко ценят вашу деятельность, направленную на укрепление братских связей между Российской Федерацией и Азербайджаном и между Дагестаном и Азербайджаном. Вы представители Дагестана, с которым Азербайджан связывает многовековые узы дружбы, братства, сотрудничества. И в том числе вы являетесь представителями российского государства, российской власти в Москве и в Дагестане. Выполняете очень важную роль в деле развития Российской Федерации. Также очень важную роль играете в укреплении связи между Россией и Азербайджаном, которые также очень успешно развиваются. И в Азербайджане очень высоко ценят вашу деятельность, вас знают, знают как больших друзей нашего народа, нашей страны. И все тесные связи, которые существуют между нашими народами, сегодня успешно развиваются. Буквально вчера вечером на очередной встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы прошлись по двусторонней повестке отношений и обнаружили, что нет никаких вопросов, которые требуют своего решения. Мы просто констатировали те успехи, которые были достигнуты, те результаты нашего сотрудничества и в экономической сфере, и в транспортной, в энергетической, политической, и дали указания соответствующим структурам, определили дальнейшие пути развития отношений. То есть это вот уже показатель уровня отношений, когда нет какого-то специального вопроса, который требует решения, тем более на уровне президента. Все вопросы решаются очень успешно. И, конечно, сегодня Россия и Азербайджан демонстрируют высокий уровень добрососедства, партнерства, надежной дружбы. И роль ваша лично, Ильяс Магомедсаламович, Хизри Исаевич, в этом велика. Я это говорю совершенно искренне, зная глубоко то, как вы стремитесь и вносите вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений. Dövlətimizin başçısı dostluq ordenlərini İlyas Umaxanova və Xizri Şıxsaidova təqdim etdi. Михаил Георгиевич, я хотел искренне вас поблагодарить и от себя, и Хизри Исаевич тоже, наверное, присоединился. Этим словам признательность, потому что для нас очень почетно получить эту высокую награду Азербайджанской Республики из рук президента. Мы рассматриваем эту награду как скромный вклад в те усилия, которые предпринимаются по укреплению межгосударственных, межпарламентских связей и, конечно, межрегионального сотрудничества, ну, прежде всего, с нашим любимым и близким Дагестаном. Я горжусь, что многие годы наши фамилии связывают друг с дружбой, уважением. Эти отношения восходят к военным, послевоенным годам, когда ваш дедушка, первый секретарь Дагестанского партии, фактически отозвал из армии моего отца и предложил возглавить военный отдел Дагестанского партии. В последующем особые, наверное, исключительно доверительные отношения связывали великого
сына азербайджанского народа, национального лидера, Гейдара Алиевича Алиева с Дагестаном, с отцом, с руководителями Дагестана. Я полагаю, что задача всех последующих поколений эту эстафету, которую вы сегодня достойно вместе с Владимиром Владимировичем Путиным несете, это эстафета сотрудничества, это эстафета дружбы, это эстафета, обращенная в будущее, чтобы все последующие поколения подхватили и активно продолжали. Я хочу многоуважаемому Ильхаму Гейдаровичу пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, а нашему братскому Азербайджану благополучия и процветания. Этот день запомнен на год. Спасибо. Если можно, я пару слов сказал. Я присоединяюсь ко всему, что сказал Олег Александрович. Но хотел бы напомнить об исторической роли Азиза Алиева для Дагестана. Он, по сути дела, дагестанцев спас от того, чтобы их выселили в Сибирь, а это чревато было для всего народа Дагестана большими потерями от депортации. Мы до сих пор это хорошо помним. Сегодня его именем называются улицы в городах, учебные заведения. Одна из центральных улиц в Махачкале названа его именем. Поставлен памятник 6-метровый, куда собираются люди по разным событиям, приносят цветы и говорят слова благодарности ему за все то, что он сделал. Я также хотел сказать, являясь соседом азербайджаном, мы считаем, что это наши родные, близкие люди. И нам очень приятно видеть, как Азербайджан развивается семимильными шагами по всем направлениям, и политическим, и экономическим. Спасибо вам большое за такое отношение к людям, к народу своему. Конечно же, основы были заложены великим Гейдар Алиевичем, общенациональным лидером. Xizri Şıxsayıdov dövlətimizin başçısının sözlərini xatırladaraq bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında Dağıstanın Azərbaycana çox yaxın bir diyar olduğunu deyib və bu sözlərə görə bir daha minnətdarlığını ifadə edərək dedi. Спасибо вам большое за такое отношение к Дагестану, к России. Мы всегда будем верны дружбе и всегда будем надежными, близкими народами, которые веками жили вместе и друг друга поддерживали. Низкий поклон азербайджанскому народу. А вам здоровья и долгих лет жизни. Спасибо большое за ваши добрые слова. Я сегодня хочу подтвердить еще раз то, что сказал. И спасибо, что вы помните об этом. Это на самом деле так. Для нас Дагестан – это братский край. И исторические, традиционные братские отношения между народами Азербайджана и Дагестана – это важнейший фактор стабильности на Кавказе и в нашем регионе. Хотел бы также поблагодарить дагестанцев за ту добрую память, которую они хранят о Азизе Алиеве. Для меня, как его внука и как президента Азербайджана, это очень ценно. Я передаю братьям в Дагестане глубокую благодарность за увековечение памяти, за открытие памятника, название улицы. И сегодня, как руководитель Азербайджана, конечно же, в своей деятельности я эту историческую память держу в своем сердце. Он очень любил Дагестан, любил дагестанцев, и они его любили. И то, что память эта сохранена, это, конечно же, большое дело. И, конечно же, хотел бы сегодня также отметить, что в укреплении наших традиционных связей сыграли огромную роль руководитель Дагестана, отец Ильяса Магомед Саламовича, Магомед Салам Умаханов и Гейдар Алиевич Алиев. Я помню их отношения 70-80-е годы, их встречи и беседы. Сегодня мы их продолжатели. Мы выводим наши отношения на новый качественный уровень. Еще раз хочу вас поздравить и пожелать долгих-долгих активных лет работы на благо России, Дагестана и Азербайджана.